папа. Папа пишется всегда с большой буквы «П». Потому что все папы очень важные породы. У него на шершавой сильной руке есть право отгонять невзгоды. Самое лучшее место у папы на плече. Мир оттуда крошечный-крошечный и совсем не страшный. Папа подобен дубу или каланче. Папа учит нас быть старше. Памятное слово весомо. Почти закон. Однажды я буду хранить его сон и гладить родную небритую щеку. Ты же знаешь, за папой, как за стеной, не страшна ни гроза, ни темная ночка. Папа, любимый мой родной, а моего сын или дочка. Папа пишется всегда с большой буквы «П», как и мама, и слово «счастье» рядом. Если они есть, то легче дышится на земле. Что еще счастливым детям надо?